медицинские блоги читают те люди, которых волнуют вопросы здоровья. Должны четко для себя понимать, зачем вам нужен блог. Подрастет вот это поколение, которое будет искать врачей в Инстаграме, в Ютубе. Каждый новый подписчик возвышает твой голос. Ваш блог, ваши правила, ваша жизнь. Вы не доллар, чтобы кому-то нравиться. В погоне за контентом не забывайте о медицинской этике. Врачам можно ходить в купальнике, можно ездить на мотоцикле. Все можно. Пациент никогда не простит вам, если он почувствует себя идиотом. Любые негативные, позитивные комментарии – это валюта гораздо больше, чем лайки. Приходят люди и говорят: удивите меня, вы врач доказательной медицины. Видно же тяжелого клинического врача и пустое брехо. Я хочу понять, права я или нет. Вы в медицинском блоге не врач. Врач – это все-таки не просто профессия, это образ жизни.